Сегодня мы приготовим мясо в фольге со специями. Для этого нам понадобится свинина 1 кг, 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка хмели сунели, чайная ложка куркумы, чайная ложка паприки, черный перец по вкусу, 1 столовая ложка меда, 3 столовые ложки растительного масла и 2 зубчика чеснока. Для маринада смешиваем соль, хмели сунели, куркуму, паприку. Добавляем мед. Растительное масло, черный молотый перец по вкусу и измельченный чеснок. Тщательно перемешиваем. Мясо кладем на 2 листа фольги. Обмазываем со всех сторон маринадом. Заворачиваем в фольгу и убираем в холодильник на 2 часа. Затем ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час. Далее достаем мясо из духовки, раскрываем фольгу и поливаем жидкостью. И убираем в духовку еще на 10 минут. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.